Как оригинально украсить новогоднюю елку? В преддверии Нового года пришло время задуматься об украшении дома. Главным атрибутом новогодних праздников является елка «Сосна». Ее обожают украшать и дети, и взрослые. Можно в хаотичном порядке повесить на нее игрушки, а лучше проявить немного фантазии, чтобы ваша елочка стала настоящим произведением искусства. Единая цветовая палитра очень красиво смотрится елка, оформленная в единой стилистике. Гармоничное и классическое сочетание цветов: красный плюс золотой, синий плюс серебряный, белый плюс розовый, изумрудно-зеленый плюс золотистый или черный, мятный, цвет тифани плюс белый. Из последних модных тенденций – сочетание пурпурного цвета с белым и серебристым. Также актуальны все оттенки лилового и фиолетового. Не обязательно покупать одинаковые елочные игрушки, главное – грамотно сочетать оттенки. Кроме того, единый стиль может задать форму украшений. Например, можно оформить елку шарами и свечами, деревянными игрушками или бусами и бантами. На большом дереве красиво смотрятся крупные игрушки. Даже если их немного, такое оформление выглядит более выигрышно, чем россыпь разномастных мелких фигурок. Тематическое оформление: тематические елки выглядят очень оригинально и интересно. Идея оформления может быть любой: забавные зверушки, птичий двор, сказочный герой или символ года. Очень стильно и элегантно смотрятся ретро-елки. Хорошо, если у вас сохранились старинные елочные украшения, а если их нет, не беда. Сейчас в продаже много елочных игрушек, стилизованных под старину. Настоящие ценители ретро могут поохотиться на новогодних распродажах, блошиных рынках или поискать елочную старину через интернет. Хендмейд для обладателей очумелых ручек. Новогодние праздники – отличный повод проявить свои творческие способности. Игрушки, сделанные своими руками, порой смотрятся гораздо интереснее покупных изделий. Можно устроить семейный вечер и всем вместе придумать и сделать новогодний декор для дома. Это не только разнообразит досуг, но и сплотит семью. Не обязательно ограничиваться изготовлением елочных игрушек, сделайте дополнительно рождественский венок на дверь или новогодние икебаны. Съедобное дерево или елочка из детства – отличный вариант для новогоднего оформления. Для украшения можно использовать конфеты, киндер-сюрпризы, мандарины, орехи, расписные пряники. Под елку поставьте традиционные сладкие подарки и корзинку с мандаринами. Орехи можно завернуть в фольгу или покрасить серебристой или золотой краской. Обязательно купите новогодние леденцы, карамельные трости, они отлично дополнят елочный наряд. Текстильная история. Любители текстиля могут украсить елочку на свой вкус. Для декора подойдут банты, ленты, поделки из ткани и маленькие мягкие игрушки. Очень мило на елке смотрятся медвежата, гномики, феи и ангелы. На верхушку повяжите большой бант. Внизу елку можно задрапировать мешковиной и посадить возле нее большую мягкую игрушку.